Друзья, всем привет! С вами канал Просто Кухня. Спасибо большое, что вы с нами. Сегодня я готовлю просто чудо-пирог с творогом. И при этом нам с вами не понадобится даже замешивать тесто. И поможет нам в этом, конечно, лаваш. Лаваш уже, где мы, по-моему, только не используем. Сегодня еще такой один рецепт. Сначала готовим начинку. Берем 500 грамм творога любой жирности. У меня 5%. Добавляем ванильный сахар и сахарный песок 100 грамм. 3 яйца. И все это хорошо перемешиваем. Перемешаем и отставим пока в сторону. Теперь берем бананы. Если бананы большие, то можно взять 2. У меня они маленькие сегодня, поэтому 3. Взяла бананы, режу их вдоль на 4 части и затем таким небольшим кубиком. Измельченные бананы добавляю к творогу и еще раз все хорошо перемешиваю. Кстати, можно использовать не только бананы, можно и любые другие фрукты использовать на ваше усмотрение. Также можно использовать сезонные ягоды. Это уже дело вкуса. Все перемешали, начинка готова. Теперь берем тонкий армянский лаваш, расстилаем его на столе. Всю начинку выкладываю на середину. И с помощью ложки или лопатки разравниваем всю начинку, оставляя со всех четырех краев где-то сантиметров по 5, по 6. Теперь по стороне, которая длинная у лаваша, мы заворачиваем вот эти края вот так вовнутрь. Вот таким образом. Завернули вовнутрь. А теперь уже сворачиваем лаваш рулетом. Подготовленный рулет кладем в форму для запекания. Форму смазываем слегка сливочным маслом или растительным. У меня сегодня растительным. Кладем рулет в форму. И теперь нам осталось сделать только заливку. Для заливки берем 1-2 столовые ложки сметаны и разбиваем одно яйцо. Добавляем столовую ложку сахарного песка и все очень хорошенько перемешиваем до однородного состояния. И заливка готова. С помощью кисточки очень хорошо промазываем рулет заливкой. Отправляем все это в духовку, разогретую до 180 градусов, минут где-то на 35. Ну, в зависимости от духовок, я думаю, плюс-минус 5 минут. Готовому пирогу даем немножко остыть, а потом нарезаем на порционные кусочки. И зовем всех к чаю. Друзья, это очень просто, быстро и вкусно. И дети, которые, кстати, не едят творог, у вас с удовольствием будут лопать вот этот пирог. Друзья, приятного вам аппетита. Подписывайтесь на наш канал, пишите все, что думаете. А я, как всегда, желаю вам здоровья и удачи. Пока-пока.